Сильнейшие команды Самарской области по танцам и гимнастике собрались, чтобы определить лучших в новых соревнованиях «Гимнастрада». Турнир проходит по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. На первом заочном этапе за выход в региональный финал сражались больше сотни команд. Турнир необычен тем, что в нем могут участвовать спортсмены разных возрастов и уровней подготовки. Чем замечательна «Гимнастрада»? Она дает возможность в общей гимнастике проявить себя всем ребятам, независимо даже от того, занимались они спортом. Задача основная – привлечь ребят, наших детей и молодежь к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Соревнования включают в себя три дисциплины – гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный марафон. Представители спортивных федераций радуются новым соревновательным площадкам, где физкультурники со всей области могут показать себя. Самая популярная дисциплина гимнастрады в Самаре – это танцы. Данное мероприятие получило очень хорошее начало, и я думаю, что оно у нас приживется в Самаре, оно у нас получит дальнейшее развитие. На следующий год подключатся к данному мероприятию студенты. Это будет еще один новый виток спортивного мероприятия. В областном финале за путевку на всероссийский этап сражается порядка 60 команд. Организаторы сейчас решают, кто поедет защищать честь региона на гимнастраду в Москву. Сергей Кизоркин, Константин Головин, «События».